Всем привет, ребята! У меня для вас очень важное объявление. Я прилетаю в Москву очень рано утром, 15 марта. И 15 марта мы пойдем ужинать в одно заведение. Если у вас есть желание увидеть нас, приходите. Приглашаются все волонтеры, потому что мы поговорим о том, как будет проходить наша выставка. Мы будем говорить о ваших задачах на этой выставке. Ну и, конечно же, вы получите майки на выставку. Если вы не сможете прийти, ну что же, получите их в воскресенье. Также приходите все люди, которые хотят заниматься иммиграции в Австралию или заниматься образованием в Австралию, приходите, познакомимся вживую со мной, с Александром Петровым и с Ричардом Ченом. Это заведение находится, я Москвы на самом деле не знаю, но так или иначе, там рядом где-то отель, называется «Кружка», что-то типа наподобие шашлыкова, где у нас была встреча в Новосибирске. Так вот, заведение «Кружка», не знаю, хорошее оно или нет, но так или иначе, адрес: Измайловское шоссе, 71, строение 16. Город Москва. Это рядом с метро Партизанская, и также недалеко там есть метро Измайлова. Мы будем там с 5:30 вечера ужинать, есть мясо и быть в хорошем настроении. Поэтому, ребята, если хотите к нам присоединиться, иммигранты, кто хочет обучаться в Австралии, студенты и волонтеры, приходите, будет интересно. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Александра и смотрите в описании к этому видео адрес, куда же подходить. Опять-таки, Кружка, Измайловское шоссе, 71, строение 16, Москва, 5:30 вечера, четверг, 15 марта. До встречи!